В эфире информационная программа «Время новостей» в студии Ирина Варсан. Здравствуйте. В парламенте почтили память погибших в войне в Украине минутой молчания. В начале заседания спикер законодательного органа заверил, что страна продолжит оказывать поддержку беженцам, число которых приближается к 400 тысячам. 100 тысяч из них остались в Молдове. Попор ностру а фост алетур. Наши люди были и останутся с теми, кто в беде. Конечно, самое трагичное то, что эта война повлекла за собой жертвы, которыми стали невинные люди. Поэтому позвольте мне предложить почтить память погибших в этой войне минутой молчания. Боевые действия в Украине идут третью неделю. Российские войска атаковали соседнюю страну утром 24 февраля, и до сих пор вооруженным силам Украины удается держать оборону. По данным ООН, с начала войны страну покинули более 3 миллионов граждан. Партия ШОР требует в срочном порядке отменить акцизы на дизельное топливо, используемое в сельском хозяйстве. Лидер политформирования Илан ШОР говорит, что меры должны быть приняты как можно скорее, чтобы иметь возможность хоть что-то спасти в этом сельскохозяйственном сезоне и избежать возникновения масштабного продовольственного кризиса. О реакции власти на предложение Илана ШОРа в следующем сюжете. В видеообращении на своей странице в социальной сети Илан ШОР отметил, что происходящее сегодня в стране превосходит любое воображение. И если правительство не вмешается, ожидается масштабный продовольственный кризис. Сегодня под риском весь сектор сельского хозяйства. Мы предложили конкретное решение – убрать акцизы на топливо и снизить НДС. Я понимаю, что вам глубоко плевать на транспортников и простых людей. Но подумайте хотя бы о сельскохозяйственниках и давайте эту меру применим хоть для сельскохозяйственников. Мы обратились в пресс-службу администрации президента за реакцией. Нам ответили, что не комментируют заявление Илана ШОРа. В то же время лидер партии ШОР предложил властям спуститься с небес на землю и подумать о гражданах страны. В ответ пресс-секретарь правительства заявила, что меры будут приняты, если цены на топливо продолжат расти. Если станет дороже, если цены на топливо продолжат расти, тогда будет разработан механизм оказания помощи сельхозпроизводителям. Ранее представители Министерства сельского хозяйства сообщили, что подготовили компенсационный пакет для фермеров, но не уточнили его размер и список возможных получателей. С 1 января ставки акцизов на импорт топлива выросли примерно на 10%. Четверо человек задержаны в Кишиневе за подделку документов. Преступные действия осуществлялись в импровизированной лаборатории, а заказчиками были граждане, которые выезжали на работу в Европейский Союз. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и Национальный инспекторат расследований сообщают, что подозреваемые получали за свои услуги от 150 до 500 евро. Прокуратура также уточняет, что всего было проведено 16 обысков в автомобилях и недвижимости членов группировки, в результате чего изъяты электронные и печатные образцы документов, печати, черновики. С данными лиц, которым уже были оформлены поддельные документы. Подозреваемые четверо мужчин в возрасте от 33 до 45 лет задержаны. Последние 3 недели многие ветеринарные клиники столицы максимально загружены работой. Сотрудники говорят, что причина в многочисленных обращениях беженцев, которые приезжают со своими домашними животными. Чаще всего обращаются за оформлением документов для своих питомцев, чтобы их можно было взять с собой в страны Евросоюза. Однако некоторые ситуации стали настоящим испытанием как для ветеринаров, так и для владельцев животных. В этой ветеринарной клинике в Кишиневе количество клиентов увеличилось в 3 раза за последние 3 недели. Сотрудники говорят, что большая часть обращений поступает от украинских беженцев, которые помимо самых необходимых вещей взяли с собой домашних питомцев и уехали, куда глаза глядят. У многих нет документов. Очень часто животные поступают без микрочипов, без теста на вирусы, без прививки от бешенства. Конечно, мы пытаемся помочь им в этой ситуации, чем можем. Увеличено на 200-300% количество запросов на оформление документов на животных для выезда за границу. Однако в это число входят и молдавские граждане, чьих животных нужно планово проверять или делать им другие процедуры. Ветеринары говорят, что иногда встречаются безвыходные ситуации, так как для выезда за границу собакам и кошкам требуется вакцинация от бешенства, предполагающая 3-месячный карантин, а это неприемлемо для некоторых хозяев. Но молдавские медики нашли решение.
Первые дни в клинике была неразбериха. Многие приходили и спрашивали, какие документы им нужны. Когда я говорил, что нужен сертификат о вакцинации против бешенства, люди начинали плакать. Я позвонил в румынскую государственную ветеринарную службу. На следующий день они дали положительный ответ, и теперь беженцы могут свободно отправляться в Румынию, а потом в другие страны Европы. Но на этом помощь врачей не закончилась. Были раненые животные, животные с паразитарными заболеваниями и животные с переломами. Мы помогали и делали все по очень низкой цене. Многие посетители пришли в клинику, чтобы привести в порядок документы своих четвероногих друзей. Дочь уехала, и она не смогла взять с собой кошку. И поэтому она попросила, чтобы я приготовила документы, чтобы, если по возможности, я могла ее перевести. Это Маруся наша. С той же целью приходят и некоторые жители Кишинева. Они говорят, что не собираются никуда ехать, но хотят, чтобы на всякий случай все было готово. Мы оформляем документы не для выезда из страны. Мы оформляем документы, как если бы делали это для ребенка или для себя. Уже реальная ситуация покажет, стоит нам уезжать или нет. Стоимость вакцинации и чипирования животных в этой клинике начинается от 350 леев. Более дорогим является серологический тест, который проводится только в частных лабораториях и стоит около 200 евро. 450 новых случаев заражения SARS-CoV-2 были подтверждены в Молдове. 4 из них в Приднестровском регионе, 11 среди беженцев из Украины и 1 ввезен из Франции. Согласно данным, представленным сегодня утром Министерством здравоохранения, в больнице страны госпитализировано 465 человек с COVID-19. 51 из них в крайне тяжелом состоянии, 6 подключены к ИВЛ. 5 пациентов умерли. Всего с начала пандемии в Молдове COVID-19 заразились 509 367 человек, 11 373 скончались. Приднестровский конфликт – это проблема Республики Молдова, которая должна быть решена здесь. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис во время визита в Кишинев 16 марта вместе с румынским премьер-министром Николаем Чука. Поводом для этого заявления послужило принятие парламентской ассамблеи Совета Европы резолюции, признающей Приднестровский регион зоной российской оккупации. Говоря о резолюции ПАСЕ о признании российской оккупации Приднестровья, президент Румынии отметил, что приднестровское урегулирование должно осуществляться внутри страны. Резолюция парламентской ассамблеи носит характер политической декларации, однако приднестровская проблема – это проблема Молдовы и должна быть решена здесь, в международно признанных форматах, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности и без ущерба для европейской устремленности Молдовы. Глава молдавского государства подчеркнула, что выступает за мирное урегулирование конфликта. Мы всегда говорили и требовали вывести российских войск из Приднестровского региона. Мы требовали и требуем ликвидацию складов вооружения на левобережье Днестра и продолжаем выступать за мирное урегулирование этого конфликта. Отвечая в ходе пресс-конференции на вопрос, как центральные власти будут вести переговоры с Тирасполем с учетом поданной недавно Кишиневом заявки на вступление в Евросоюз, Майя Санду указала на противоречивые заявления приднестровского руководства по этому поводу. С одной стороны, они говорят, что стремятся к независимости, с другой спрашивают, почему с ними не проконсультировались, когда принималось решение о заявке на вступление в ЕС. Важно, чего желают граждане Молдовы и те, что живут на правом берегу, и те, что на левом берегу Днестра. Очевидно, что приднестровское урегулирование – серьезная проблема, решение которой мы ищем, и, повторю, оно должно быть мирным. Дискуссия между президентами Санду и Йоханнисом коснулись и ситуации в регионе, в том числе большого потока беженцев из Украины. Военные действия дестабилизировали весь регион, и их последствия оказывают большую нагрузку и на Республику Молдова. Мы нуждаемся в поддержке наших партнеров. Наша страна предоставляет гуманитарную помощь соседней дружественной стране, принимая людей, которые бегут от войны. Почти 340 тысяч человек пересекли границу между Украиной и Молдовой с начала войны. Это ощутимые усилия для небольшой страны со скромными возможностями. Румыния рядом с Молдовой и со всеми ее гражданами, как всегда и было. Вы можете на нас рассчитывать. Помимо нас и на все страны Европейского и Евроатлантического сообщества. С начала войны Румыния выделила Молдове значительную гуманитарную помощь в различной форме. Горючее, энергоресурсы, предметы первой необходимости для беженцев, прибывших в Молдову. Молдова начала принимать беженцев из Украины с 24 февраля. Сейчас в нашей стране находится около 100 тысяч вынужденных мигрантов из соседней страны.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал немедленно остановить военные действия в Украине. Цитата. «Более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну. Народ Украины отчаянно нуждается в мире, и люди во всем мире требуют этого», написал он на своей странице в Твиттер. Ранее в ООН заявили, что если военные действия в соседней стране затянутся на год, до 90% украинцев столкнутся с бедностью и крайней экономической уязвимостью. В Украине начала работать следственная группа прокуратуры Международного уголовного суда в Гааге, которая приступила к сбору данных о предполагаемых военных преступлениях. Также в Киев прибыл генеральный прокурор Международного суда Карим Хан. Он уже встретился с рядом официальных лиц страны, в том числе с президентом Владимиром Зеленским. Как говорится в сообщении, размещенном на сайте Международного уголовного суда, Карим Хан направил российским властям официальный запрос о встрече с представителями компетентных органов и обсуждении ситуации в Украине. Хан заявил, что работа прокуратуры по ситуации в Украине будет осуществляться в соответствии с основополагающими принципами римского права. Международные следователи будут вести свою работу независимо, беспристрастно и добросовестно. «Я хочу взаимодействовать со всеми сторонами конфликта», — сказал генеральный прокурор Международного уголовного суда. В среду 16 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед Конгрессом США. Напомнив американским законодателям Пёрл-Харбор, Зеленский еще раз призвал Вашингтон закрыть небо над Украиной или же передать Киеву зенитно-ракетные комплексы С-300 или другие средства противовоздушной обороны, сообщает РБК Украина. Однако в Белом доме в очередной раз заявили, что США и НАТО не будут устанавливать над Украиной бесполетную зону, так как не желают ввязываться в Третью мировую войну. Как мы уже говорили ранее, бесполетная зона потребует от нас и НАТО потенциально сбивать российские самолеты. Мы не заинтересованы в приближении к Третьей мировой войне, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду. Что же касается систем ПВО, то, как заявил президент Джо Байден во время выступления в Белом доме, США предоставят Украине системы противовоздушной обороны большой дальности и боеприпасы для них. Байден также объявил о выделении дополнительных $800 миллионов для помощи Украине. 16 марта в Мариуполе ракета попала в здание драматического театра. Об этом свидетельствуют фотографии и видео, появившиеся в социальных сетях. МИД Украины распространил заявление, что под завалами могут оказаться сотни мирных жителей, так как здание театра для многих мариупольцев служило убежищем. В связи с этим украинское внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество усилить санкционное давление на Россию. В Министерстве обороны РФ отвергли обвинения украинской стороны, заявив, что российская авиация днем 16 марта не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя. В российском оборонном ведомстве заявили, что по имеющимся достоверным данным здание Мариупольского театра могли взорвать боевики украинского батальона «Азов». Позже стало известно, что бомбоубежище драмтеатра выдержало удар. Как сообщила в Фейсбуке омбудсмен Людмила Денисова, работы по разблокированию подвального помещения продолжаются, откуда выходят живые взрослые и дети. По ее словам, информации о погибших или раненых пока нет. Городские власти Мариуполя просят о гуманитарном коридоре и возможности эвакуировать жителей. В интервью Forbes заместитель мэра города Сергей Орлов заявил, что город в настоящее время разрушен на 80-90%. В нем почти не работает инфраструктура, а жители, которых на момент осады оставалось около 400 тысяч человек, страдают от недостатка воды. Как сообщила министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук, на четверг, 17 марта, согласовано открытие 9 гуманитарных коридоров, в том числе из Мариуполя в Запорожье. Министерство обороны России сообщило, что в среду вечером высокоточными ракетами был нанесен авиаудар по военному арсеналу в населенном пункте Сарны в Ровенской области. Уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе для ракетного комплекса «Точка-У», сообщает РИА Новости. 14 марта при обстреле Донецка из этого ракетного комплекса 20 человек погибли, 37 получили ранения. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Фейсбуке разместил очередное сообщение об общих потерях российских войск в ходе военной операции. По его данным, с 24 февраля по 17 марта военные РФ ориентировочно потеряли около 14 тысяч человек личного состава, 444 танка, 1435 боевых бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов. В сообщении говорится, что подсчет усложняет высокая интенсивность боевых действий.
действий. В свою очередь, разведка США приводит другие предположительные данные российских потерь. Как сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники, за 20 дней военных действий в Украине погибло более 7 тысяч российских военнослужащих. Еще от 14 до 21 тысячи получили ранения. Всего, по информации издания, со стороны России в боевых действиях участвует более 150 тысяч военнослужащих. Сами российские власти о своих потерях официально не заявляют. Президент Украины в начале этой недели объявил о 1300 погибших украинских военных. Пресс-секретарь президента России заявил сегодня на пресс-конференции, что российская делегация готова к переговорам с украинской стороной в авральном режиме, но делегация Украины демонстрирует, по его выражению, неспешный стиль, цитирует Дмитрия Пескова, агентство РИА Новости. В свою очередь, советник руководителя офиса украинского главы государства Алексей Арестович заявил в своем видеообращении в социальной сети, что все, о чем власти Украины намерены договориться с Москвой, должно быть лучше, чем до войны. Говоря о публикации в издании Financial Times, состоящего из 15 пунктов плана урегулирования вооруженного конфликта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в нем есть правильные элементы, но в целом это не соответствует действительности. В этой связи он уточнил, что пока рано говорить о подписании каких-либо договоренностей, но работа продолжается, и когда будет прогресс, об этом будет сообщено. Тем временем украинский министр иностранных дел Дмитро Кулеба объявил о запланированной на 17 марта встрече со своим турецким визави, чтобы обсудить вопросы, связанные с прекращением огня в Украине. Сообщение прозвучало в рамках национального телемарафона, информирует ukrinform.ru, уточняя, что глава дипломатического ведомства встретится с министром иностранных дел Турции после того, как накануне тот встретился с главой российского МИДа Сергеем Лавровым в Москве. Кулеба надеется, цитирует источник слова министра, что его турецкий коллега прибудет с хорошими новостями, и вскоре состоится новая трехсторонняя встреча министров Украины, России и Турции. В свою очередь, МИД России в официальном пресс-релизе проинформировал, что во время встречи глав внешнеполитических ведомств состоялось обсуждение двусторонней повестки, а также ситуации в Украине. Как заявил Сергей Лавров, Москва открыта для продолжения дискуссий в трехстороннем формате. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул в своем видеообращении на официальной странице, что Украина не проигрывает на переговорах с Россией о прекращении войны. По его словам, все, о чем украинские власти намерены договориться с Москвой, должно быть лучше, чем до войны. И хочу вам нагадать, что принципиальная позиция президента Украины заключается в том... Хочу напомнить, что принципиальная позиция президента заключается в том, что Украина должна быть признана в международных границах 1991 года. Это первое. Второе. Все, о чем мы договоримся на переговорах, должно быть лучше, чем до войны. Иначе зачем такие жертвы украинского народа? Потому что навещу тогда были жертвы украинского народа. Глава украинского государства Владимир Зеленский в новом обращении озвучил свои приоритеты в переговорах с Россией. Мои приоритеты на переговорах. Мои приоритеты абсолютно ясны. Конец войне, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности, реальные гарантии для нашей страны, реальная защита для нашей страны. Реальный захист для нашей страны. 16 марта в интервью для rbk.ru министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что в процессе переговоров стороны достигнут компромисса. В настоящее время переговоры ведутся в формате видеоконференций. В период пауз работа проводится на уровне подгрупп. На этом все к этому часу. В студии была Ирина Варсан. Не пропустите вечерний выпуск программы «Время новостей» на телеканале ТВ6 в 21:00 и в 10 вечера на Архей ТВ. Спасибо, что были с нами, и до встречи в эфире.